Всем моим зрителям огромнейший привет, с вами снова я, Юлия Crazy Nails. В этом видео я хочу вам показать, какие посылочки мне пришли. Также в этом видео хочу вам показать новинку в ногтевой индустрии, по крайней мере, я еще такого нигде не видела. Так что, если вам интересно, тогда оставайтесь со мной и поехали. Первое, с чего хочу начать, это с этого набора. Это набор состоит из 12 ячеек, в которые вложены различные натуральные камушки. Посмотрите, как все они очень красиво выглядят. Эти камушки можно использовать как украшение для ногтя. Их можно совмещать со стразами, с бульонками. Получится очень необычный и креативный дизайн. Также я заказала вот такой вот бокс. Здесь я хочу хранить все для дизайна ногтей. Здесь имеется 3 отделения, каждая из которых отстегивается. Коробочка сама по себе не маленькая. Также у нее глубокие отделения. Здесь вынимаются перегородки, то есть вы можете регулировать размер каждого отсека. Также мне пришел огромнейший моток фольги для дизайна. Буду ее тестировать, пока не пробовала. Я уверена, что она отпечатывает не хуже, чем любая другая фольга. Также я себе заказала стразы. Заявлено в упаковочке 1440 штук. Размер SS6. И они из стекла или горного хрусталя. Точно не помню. Стразики очень хорошего качества. Красиво блестят. И, если честно, их не особо можно отличить от страз Сваровски. Еще мне пришел красивый набор дотсов, который состоит из 5 штук. Ставлено 5 цветов: зеленый, красный, белый, голубой и синий. Также диаметр от самого большого шарика до самого маленького. Также мне пришли 2 кисточки. Хотя я думала, вернее, что это 2 кисточки. А оказалось, это совсем не так. Это инструмент предназначен для маникюра. И, скорее всего, этот инструмент я разыграю в ближайшем конкурсе. А вторая это была уже кисть. Качество у кисточки на самом деле замечательное. Кто следит за мной в Инстаграме или ВКонтакте, знает, что я недавно была на курсах «Все из одной капли». И как раз для этих дизайнов нужна плоская кисть, и теперь однозначно я буду пользоваться этой кисточкой при выполнении дизайнов. Также мне пришел набор из 12 акриловых пудр. Акриловую пудру я уже затестировала. Единственное, при выполнении дизайнов я в нее добавила еще микроблеск. Она отлично просыхает в LED-лампе, причем у меня LED-лампа была не совсем мощная, всего лишь 9 ватт, но за 30 секунд все высохло идеально. А теперь переходим к необычному украшению для дизайна ногтей. Я еще никогда такого не видела и даже не представляла, что такое возможно. Хотя, в принципе, мне кажется, в нашем мире возможно все. А это светодиод для ногтей. Если честно, я немножко в шоке, что уже придумывают и такое. На картинках я видела, что это устанавливают под гель, либо под гель-лак. По картинкам я поняла, что он мигает от телефона. То ли когда телефон вибрирует, то ли когда звонят. В общем, я не разобралась пока до конца. Конечно же, использовать я в работе его не буду. Я заказала так, из любопытства, и чтобы удивить вас. Все эти товары я заказывала на сайте bankgood.com. Ссылочку на этот интернет-магазин я оставлю в описании под видео. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки на мои социальные сети я оставлю также в описании под видео. Ну а я вам говорю до скорых встреч и пока-пока!